Объясню, почему ты здесь. Потому что ты что-то понял. Ты не можешь выразить это, но ощущаешь. Ты всю жизнь ощущал, что MMORPG не в порядке. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. Она сводит с ума. Не дает покоя. Это и привело тебя на этот видос. Понимаешь, о чем я? Ты реально ёбнулся, да? Ты хочешь узнать истинную форму MMORPG? Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку, и видосу конец. Ты залогинишься в своей MMORPG и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. И я покажу тебе, каким глубоким бывает фистинг in dungeon. Наркоманы, что ли? Это пиздец. Что для нас с вами ММО? Как правило, это красочные фэнтезийные миры, эпические баталии, угрозы всякого там мирового масштаба, бородатые дворфы, закованные в латы паладины, брутальные орки и чародеи, что осыпают врага целыми огненными ливнями. Для нас это миры, в которых мы готовы жить и которые мы готовы строить. И при слове ММО возникает именно такая картина. А перед глазами пробегают кадры из линейки, вов, СО или чего-нибудь вот такого вот позабористия. Однако существует очень необычный формат ММО, где нет никаких вечных кровавых битв, сложных экономик, а также всякой вот этой фэнтезийной ереси. И перед тем, как я расскажу про такой формат, сердечно поблагодарю всех, кто поддержал канал на Boosty. Финансовая поддержка меня сильно выручает, позволяет уделять контенту на канале больше времени и даже заниматься какими-то крупными видосами. И за подписку на Boosty вы получаете всякие интересные бонусы, обязательно зацените. А вот этим ребятам на экране большое спасибо. Когда я был совсем уж малолетним дебилом и только-только начал погружаться в онлайн миры, я пробовал буквально все подряд без разбора. И когда я рассказываю вам, что первый ММО у меня была ПВХ или Айка, я уже сам, если честно, плохо помню, что было раньше, я кое-что вам не договариваю, ибо между ПВ и Айкой было кое-что еще. Можно сказать, такая темная сторона Котея, секретная папка из архивов КГБ, которая лежала между папок с двойниками Путина и папкой, в которой подтверждается, что я на самом деле нейросеть. Вот настолько все серьезно, да? Так вот, может быть, вы не знали, но на рынке ММО существует целое направление танцевальных, мать его, онлайн дрочилина. И особенно забавно, что танцевать лично я не умею от слова совсем. Никогда не умел, и в некотором роде эта срань позволяла мне частично компенсировать этот недостаток. Я решил рассказать вам подробнее про игру, в которой я хоть и не задержался надолго, но что произвело на меня определенное впечатление в те далекие бородатые года. Да, год это был, кажется, ну, может, 2011, может, чуть раньше. Короче, да, сегодня речь пойдет про Пара Па: Город Танцев. А это рубрика «Худшая ММО», в которой я раскатаю вашу ностальгию и сделаю это настолько смешно, что вам, возможно, даже это понравится. И да спасет Господь наши грешные жопы. Но вначале слово спонсора. Официальный WoW недоступен, да и хрен с ним, у нас есть лучший и бесплатный сервер WoW Sirus. Не нужно переплачивать кучу денег за подписку, на WoW Sirus ты можешь играть прямо сейчас, совершенно бесплатно, и тебе в нем всегда рады. Больше 60 тысяч игроков в сутки, несколько разных миров с разными условиями. Скорж, мир с многолетней историей, и на нем доступны все PvP и PvE нововведения, а также уникальная система прокачки после 80-го, для тех, кто хочет максимум контента и удовольствия. Алгалон, сервер, приближенный к чистому 335А. Сервер идеально подходит для любителей PvP, в нем отсутствуют какие-либо системы, влияющие на баланс, а режим сражений включен везде по умолчанию. Сирус — это же самый свежий игровой мир, где ты можешь легко догнать топовых игроков. Неважно, на какой сервер ты пойдешь, везде тебя будут ждать новые расы, такие как Зандалары и Озаренные Дренеи, новые локации, например, остров Толгород, арены и PvP на любой вкус. Сирусу уже 10 лет, и за это время было сделано очень много нововведений, которые раскрывают мир военного ремесла на полную. А призовой фонд на сервере составляет уже целых 5 миллионов рублей за PvP и PvE активности. Переходи по ссылке в описании, выбирай игровой мир и покоряй новые вершины. Добро пожаловать на WoW Sirus. Итак, краткая информационная справочка. Пара Па: Город Танцев — это клиентская бесплатная MMORPG, созданная китайской студией Snail Game. Студия, кстати, может похвастаться довольно широким портфолио. Тут на самом деле есть сложность с понятием, что именно студия сама разработала, что просто издавала. Но помимо Пара Па: Город Танцев, под студией Snail Games числятся также Легенды Кунг Фу, Black Gold Online, кстати, прикольная была, Пираты Онлайн, правда, не путать с корсарами, это другое. В общем, всяких шароварок они наклепать успели. Пара Па же вышла в 2008 году, насколько я помню, в Китае, а в районе 2009 года ее выпустили уже в России. Но опять же, по датам это прям не точно, но вот когда-то примерно в той эпохе, да. Рынок ММО в РФ тогда более-менее сформировался, появился WoW официальный примерно в то же время, официальная ПВХ, всякие там карасы, линейки, ну и собственно вот эта хренотень тоже где-то там затесалась. И кстати, году в 2011-2012 игра была весьма себе популярна, ну как минимум потому, что танцевальных ММО тогда было немного и они были в новинку, при этом обладали даже определенным успехом. Ну и я решил вспомнить, как оно было вот тогда и как ощущается игра сейчас в нашем пиздецовом 2022 году. Быстрее бы он же, сука, закончился. Зашел я в игру, и у меня уже был создан персонаж. Как-то мы на стриме рофла ради пытались в это загамать, кто помнит. Но редактор, если шо, выглядит примерно вот так. Можете создать себе какую-нибудь кавайную няшечку-тяночку или не менее кавайного трапа-кунчика, чтобы кадрить местных чикулечек. Да, господи, извините, какой же кринж, пиздец. В общем, да, можете создать себе персонажа по образу и подобию своему. Но знаете, что еще лучше? Лучше найди себе работу и хватит заниматься хуйней. Сидит он видосики по говноиграм пялится и игрульки ему все, а игрульки. Не стыдно тебе, ну ебаный твой рот. У нашего персонажа даже есть собственная хата. В отличие от тебя. Пошел на... В этой хате вы кастомизируете перса, общаетесь в чатике, либо переходите на разные активности. А глобальная карта в Пара Па выглядит примерно вот так. Самое, конечно, важное, что тут есть, это танцполы. Их вот прям несколько десятков, в самых разных декорациях и самой разной музыкой. Вот, например, давайте зайдем на 5-ю улицу. Помню, на ней были довольно прикольные тусы в свое время, и музыка там вроде бы была неплохая. Хотя, может быть, я ошибаюсь, надо проверить это. Да, ощущение, будто из столицы в родную деревню вернулся. Ничего не меняется. И вы спросите, что мы тут вообще делаем? А мы, дорогие мои, будем делать то, что делают во всех MMORPG. Будем фармить экспу и валюту. Но делать это не убийством миллионов тупоголовых болванчиков. Ха-ха, нет. Делать это надо в режиме танца. Переходим в режим танца. Выбираем сложность, режим и понеслась. О да, пошла жара. Механика танцев – типичная ритм-игра. Пока этот сраный бегунок бежит по полоске, надо прожать комбинацию кнопочек и на стрелочке в конце тыкнуть пробел в этой белой зоне. Количество кнопок увеличивается, тыкать все сложнее и сложнее, но и очков больше ты за это получаешь. И я совершенно не умею играть в ритм-игры. Меня они дико бесят, и да, я для них какой-то слишком тормозной походу. Столько лет играть в WoW и не так деградируешь. У меня даже один знакомый после World of Warcraft ушел в Еву и жаловался, что в игре слишком высокий темп. А он WoW играл всего неделю, так что на мои косяки сильно внимания не заостряйте, дедушка уже старенький, и для него такие игрульки противопоказаны, а то еще давление подскочит. Так вот, мы тупо набиваем очечки, прожимаем кнопочки и тыкаем вовремя пробел. Это, по сути, вся основная механика игры. Больше ничего. И эти очки в конце вашего танца конвертируются в экспу и валюту, которую надо фармить в промышленных масштабах. Хвастаешься, как в Ла2 на споте 10 часов провел? Пакетик. Проведи столько же в Пара Па, фармя очки, а я на тебя посмотрю. Но да, музыка на этой локации все же полная говнища. Как хорошо, что у нас есть возможность спокойно менять луку. Танцзал. Ну, это должно быть поинтереснее. Попробуем. О, пошла жара. Музыкальная пауза. Да, это было даже прикольно. Так что даже в сраный Пара Па можно оттягиваться не хуже, чем в этих ваших варсрафтах. Еще, кстати, я любил на пляже, помню, позависать. Приходил я сюда ради олдскульненькой такой рэпчины. Попытался найти что-нибудь капопное, вдруг есть, и отправился в локацию Пагода. Ну, она выглядит достаточно восточно. Но мне предложили танцевать под какие-то космические пенисы. Так что, ну его нахер, я лучше пойду. Нашел какой-то клуб с МДЖем на фоне. Не, ну тут-то музон должен быть ебейший. МДЖ как бы херни не посоветует. Давайте заглянем. Да, ебать его в рот, блядь. Знаете, вот вокруг смерти Майкла Джексона ходит очень много мифов. И вот вам еще одна интересная шизотеория, самая правдивая и такая самая вероятная теория заговора. МДЖ умер в 2009-м. И эта игра релизнулась в РФ в 2009-м, когда в нее добавили вот эту вот сраную песню. Это не может быть просто совпадением! В общем, стан с полами мы разобрались, их тут полно и на любой вкус. А давайте пройдемся по другим локациям. Отправимся в город, на местную главную площадь, если так можно выразиться. Это Казахстан? Казахстан, да? Странноватый город. Народу никого, зато стоят ровненькими рядами неписи. Разрабы даже не пытались сделать энкаунтер хоть немного естественным. Это выглядит как альфа-версия Матрицы, причем какой-нибудь сраной первой еще версии там. А еще под этот биток персонаж эпично бежит. На батл-арену меня, конечно, не пускают, левел слишком низкий. А вы как думали, здесь тоже есть хай-левел контент, ради которого надо качаться. Это же ММО, а не в тапки ссать. Так что следующая локация для нашей говноэкскурсии — это спа-салон. Ну, это, конечно, не деревенский бассейн-дельфинчик, но тоже ничего. Администратор тут, конечно, криповенький, чем-то он напоминает мне персонажа из «Искателей могил». Короче, спа-салон — это типа такая АФК-прокачка платная. 10 минут в день бесплатно, остальное за бабло. Зато зацените, какой балдеж. Просто уровень балдежа на десятку. За мной уже даже ангел пришел. Походу, я передознулся балдежом. А, нет, показалось. А еще в Пара Па есть детсад. И да, для него ты должен купить себе малыша. И тренировать его для соревнований. Блять, это даже, если честно, звучит крипово. То есть, да, ты по факту растишь себе покупного ребенка для танцевальных батлов, чтобы он для тебя доп. Очки зарабатывал. Это как собаку выращивать для собачьих боев. Это жуть, если честно. Ну а об этом ладно, мы еще поговорим отдельно, поверьте, это та еще жесть. Как и во всех полноценных ММО, тут даже есть квесты. И стартовые квесты дают тебе всякие бомжи-шмотки, не особо лучше твоих стандартных, плюс всякие мелочи типа эмоций или игрушечной кувалды. А квесты все, как правило, завязаны либо на танцы, либо еще на какой-нибудь интерактивной хрени. Ёб твою налево, а я думал, что в ПВХе высоколевельные персонажи выглядят как-то слишком пестро. Вы на это посмотрите. Мало того, что это скин новогодней елки, так еще и куча каких-то иконочек, статус на пол экрана. Это, знаете, если из одноклассников сделать метавселенную, то вот как-то так это и будет выглядеть. Осталось только открыточки еще завести в сраты, и будет прям, ну, красотища. А, серьезно, я понимаю, что тут в основном только остались тетки под 40, но это не повод превращать игру в ММО по одноклассникам, серьезно. А давайте испытаем этот игрушечный молоточек. Нихуя себе игрушечный. В честь такого можно и станцевать. Я бью женщин и детей, потому что я красавчик. Постоянно, вот прям через экран летает вот этот вот всратый попыгай, который откровенно мешает. Вот кыш отсюда, кыш, кыш. Эх, ладно, здесь на самом деле скучно. Давайте перейдем на одну из самых популярных локаций — школа. Помню, тут тусовались самые общительные, либо самые фриканутые, что в целом, как правило, одно и то же. В общем, тут у нас такая социал-очка раньше была. Вы бы мне просто переслушайте этот припев еще раз. Господи, у меня к местному диджею пара вопросов. Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан? Да. Давайте проверку на социал-очку. Пробовал завести в чате разговор. И знаете, местные даже отвечают. Не подумайте, что я предвзят к местному комьюнити, но еще году в 2011-м большая часть местного населения стояла на ботах, которые автоматически за игроков прожимали все кнопочки. А сейчас таких, тем более рано утром в воскресенье, ну процентов 99. А здесь мне даже ответили. И мы даже немножко поболтали. Правда, меня еще немного задушили местные пижоны, но в целом ничего. Забавно просто, что в эту ебалу еще играют живые люди, которые тут собираются и общаются, даже дружат. Социалка круче, чем в современном WoW. И на самом деле социалка в этой игре в свое время была просто ебейшей, чего уж греха таить. По сути, это такая анонимная соцсеть с танцульками, где ты можешь под своим аватаром быть кем угодно, вести себя максимально раскрепощенно. Возможно, это и подкупало в те далекие года. Ну, вы знаете, рассвет имиджбордов, двачеры, хуячеры, вот это вот все, да. В общем, с этими я наболтался и пошел поискать еще живых людей. А тут, походу, весело. Потанцуем. Не, ну музон норм, конечно, но что-то тэп чересчур быстрый. Я для таких локаций слишком рак. Ну или бомж, так как нет бота. Не, мне тут не нравится. Че еще по локациям есть? О, лайнер. Уже лучше, но все равно такое. А, еще норм тема, когда в конце танца, если у тебя нормально так очков, ты можешь сделать этакий трюк. То есть вместо пробела в конце комбы нажать 1 или 2. Я вот, например, умею делать такой пиздатый сикстеп. Вот смотрите. А вообще, пара по свое время штука и была реально веселой, если не учитывать несколько лютых тем, от которых может стать вот реально не по себе. Например, педофилия, которая тут была повсеместной. Да, вы, наверное, удивитесь, мол, ты что, ебанулся? Это же просто какая-то дрочильня танцевальная. Как такая забавная игрушка может стать каким-то рассадником извращенцев для всех мастей? Ну, для начала надо вам кое-что рассказать про эту игру. Это не совсем как бы танцевальная игра. Шмотки, танцы, всякие молоточки — это не весь ее функционал. Ну, как сейчас, не знаю, возможно, к этому моменту ее уже перелопатили и все эти очень спорные функции вырезали. Проверять нет желания. Но раньше у обладателей випки были интересные возможности, а именно доступ к зоне отеля или там гостиницы, уже не помню. И им открывались интересные интерактивные действия. Да, я говорю про самый натуральный виртуальный кекс. И да, если у одного из партнеров была випка, а также нужное количество валюты, он мог пригласить другого игрока, и в этом отеле они, блять, виртуально чпокались. Это уже странно. А самый пиздец в том, что давайте прикинем, какая аудитория обитала в те далекие годы, когда эта срань еще была популярна. Конечно, определенный процент тут занимали всякие нормисы, домохозяйки и всякие там реальные пацанчики, ёпта. Да, но в основном тут преобладает именно женская аудитория. И когда я играл и был еще, по сути, ну таким жестким пиздюком, то меня окружали такие же мелкие пиздючки лет 11-12. А деньги на випку были, понятное дело, только у дядечек повзрослее, которые тут и доминировали за счет ботов, дорогих донатных шмоток и прочего. Как сраные павлины. И, в общем, в недрах отеля ламповой танцевальной игрушки творилась настоящая, мать ее, садомия. Не знаю, как вам, но мне лично уже не по себе, поэтому я предлагаю закрыть эту тему. Да. А что до самой пара, потом уже долгие годы ее не обновляют, не улучшают, а просто подсасывают бабки. Насколько я знаю, то ли лет 5 назад, или уже даже, блядь, 10 назад, хз, малорушники полностью выкупили игру правообладателей, после чего перевели игру в эдакий пассивный приток дополнительной копеечки. И, до чего удивительно, до сих пор в игре есть народ, хотя и 90% это тупо боты. Но, типа, деньги заносят, и ладно, а остальное уже мелочи. И в некотором роде забавно поностальгировать и сказать: да, вот это мы тут отрывались в те далекие. А с другой стороны, вспоминаешь, сколько в ней кринжа, садомии, абсолютно убогой музыки, и думаешь, что, блять. Знаете, некоторые страницы нашей истории стоит не просто перевернуть, а натурально вырвать и сжечь нахуй. А если было интересно, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши, как тебе игра. Какая для вас ММО является самой худшей и самой кринжовой, пишите в комментарии, возможно, когда-нибудь ее рассмотрим. И обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там куча интересных новостей, срачей и всякого прочего веселого. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока.